В инициативе «Прозрачность» участвуют три стороны. Это, с одной стороны, госорганы, компании и общественные объединения, неправительственные. С точки зрения представления интересов каждой стороны, периодически возникал вопрос, кто полномочен участвовать в Национальном совете заинтересованных сторон, как организация, выражающая консолидированное мнение одной из сторон. Ну, со стороны госорганов это более-менее понятно. Министерство индустрии и новых технологий, Министерство нефти и газа. Со стороны компании, некоторые компании, такие как Statoil и ExxonMobil и Chevron, они на начальном этапе очень много инициатив на себя брали. Потом, для того, чтобы учитывалось мнение других компаний, мы посчитали целесообразным активное участие KazEnergy в этом процессе, чтобы иметь представление о позиции других компаний, членов как ассоциации, так и представителей в целом нефтегазового сектора.